Накануне праздников тверская архитектура понесла еще одну невосполнимую утрату. Скончалась Ольга Леонидовна Полива. Самой известной ее работой является высотный комплекс на Смоленском переулке. Теперь он всем известен как многофункциональный бизнес-центр «Тверь». Это интервью с Ольгой Леонидовной записывалось в мае. Тогда мы вспоминали историю проектирования гостиницы «Тверская», масштабного комплекса, который должен был к Олимпиаде 80 украсить Калинин. С самого начала высотку закладывали максимальные прочностные характеристики, рассказывал архитектор. Эта гостиница будет при 9-бальной сейсмике спокойно стоять. Синиск железобетона заложил в фундаменты датчики, которые показывают отклонение от вертикали. Оказалось, что отклонение от вертикали на высоте, на самом верху, сантиметровое, ну, в общем, такого не может быть. Из-за экономических трудностей здание удалось застроить уже в постсоветскую эпоху, превратив в многофункциональный бизнес-центр «Тверь». Из-за своей необычной формы оно получило прозвище «Рюмка» и стало одним из символов города. Таким образом, именно Ольга Полиева внесла важную лепту в формирование силуэта столицы Верхневолжья. Своим коллегам она запомнилась как яркий профессионал, который очень любил свою работу и ценил каждый день. Ольга Леонидовна каждый день хотела работать, каждый день хотела творить. Дай нам Бог, так же, как и она, суметь не проспать, не пропустить многие из наших дней, а использовать их и прожить их так же, как прожила Ольга Леонидовна. В этом плане она для нас большой пример.